Морозов, услышь людей! Десятки тюренгульцев объявили голодовку. Дебаты о строительстве цементного завода в Тюренгульском районе набирают новые обороты. Активисты, состоящие в основном из людей пенсионного возраста, во главе с депутатом Государственной Думы Алексеем Куриным, приехали в правительство региона с требованием личной встречи с губернатором, причем немедленной. Прекрасно зная о том, что глава региона находится за пределами области в командировке, протестующие разбили палатку прямо в здании правительства и требовали ответов на свои вопросы. Если мы встречаемся с вами, мы с вами разговариваем, не кричим, не поднимаем лозунгов, мы отвечаем все по закону, в соответствии с требованиями, с нормой и всем остальным. Договорились? Договорились или нет? Суббота 16:00. Спасибо. Созвонитесь, нет? Я проинформирую губернатора, установлен порядок. Установить. Если он приедет, не надо мне говорить, что мне делать. Ладно, я вас об этом прошу. Я вас об этом прошу. Позвоните, люди здесь. Да, мы постоим, послушаем. Я проинформирую губернатора в установленном порядке. Толпа не остановилась, получив, казалось бы, четкие ответы о том, что на сегодняшний день проект не реализуется. Месторождения не выставлены на аукцион и не разыгрываются. А площадка для реализации данного проекта до конца не определена. Продолжая требовать дозвониться до Морозова и дать конкретный ответ, приедет ли губернатор в Тюренгульский район в назначенный ими день и время на встречу. Они находились на территории здания и после завершения рабочего дня. Я еще раз повторю, Алексей Владимирович, я вам лично к вам обращаюсь. Вы находитесь на территории режимного объекта. Можете ко мне лично обращаться, хочу сюда ночью прихожу. Хочу когда угодно, вот ко мне может лично даже не обращаться. Но это вы право, как депутат. Вы как организатор привели. Мы сами. Поэтому, пожалуйста, покиньте. А мы его вызвали. Сергей Александрович. Что вы забежали? Вы с бабушкой не будете собираться или со мной? Ну нет, у нас... Ну а что вы забежали с палками? Ну давайте свинья начнем. Нет, нас работает тревога. Мы работаем. Мы работаем. Вы видите, вы видите беспорядки какие-то здесь? Да. Мы сидят мирно. Мы дебоширим здесь, хулиганим, громим. Мы вас охраняем. Охраняйте вас. Объясните своим сотрудникам, что они сейчас будут делать. Они вас не трогают. А кто-нибудь трогает? Нет вас? Мои сотрудники. Нет, трогают. Смотрите, где у них руки. Мы набыли уже. Пользоваться депутатской неприкосновенностью в целях, так скажем, проведения акций, не носящих конкретных требований, которые, так скажем, еще и нарушают очень серьезно и покой, и нормальный ритм работы, и покой там, ветеранов, и ритм работы, соответственно, государственных служащих, ну, на мой взгляд, считается недопустимым. Конечную оценку происходящему в скором времени дадут правоохранительные органы. Однако и сейчас, очевидно, люди просто зомбированы. Заученные монологи, неоправданная агрессия. Толпа заводилась от фразы «освободите объект» и отвечала на это криками «Вы слышали? Мы объект! Мы для них не люди, мы объект!» А закончили они свой протест групповым вокальным выступлением и около 8 часов мирно покинули здание правительства. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.